Ну так команду еще делать тогда, его поехали погнали. на пилораму. А что пилорама? Ну грузиться будем бревнами. Ну погнали, я за тобой. Прикольная тема, кстати. Таймер? Угу. Ну я ж тебе говорил. Но я на нем вообще карту изи проходил. В такой конфигурации прикольный. А, ну да. Я ж понавешивал там на него. Ну как это попал. Я тоже все навешал. Так, погоди, я не помню, куда нам ехать. Давай, как обычно, прокладывай дорогу, я за тобой буду. Ну пока сюда едем. Сюда это куда? Сейчас, погоди. Надо было на дело. Точно туда? Да. Я поначалу этот поставил. Я просто не помню. Поставил на него не внедорожную резину, а шоссейную. Я думаю, что он так не гребет вообще. А, ты второй вариант выбрал, который. Там был. Ну, он стандартный у него, это понял, самое козырное. Нет, я выбрал сейчас внедорожную резину. Наоборот, надо было ту первую ставить. Чего? Потому что она лучше, я уже ездил на той второй. Ну я ж еду. И вот так грязью всего закидывает, капец. Угу. Красивый. Да скорее бы уже этот модранер вышел, то чтобы его ломать. Так он уже вышел. Он не вышел, он выходит 30 октября. Катя, в него. Ой, Катя, Антон, в него уже играют давно все. Ну, потому что есть демка. А официальная игра выходит 30 октября. И будет стоить $30. Ты шо он скачет? Ого, а что тебя так кидает там? Так потому что тут же я же на скорости еду. Как подводная лодка. Так, куда дальше? А, понял. Грех. Ого, ого. Что это я покотался уже? Ты да, тоже? Это он там у него урона, смотри, 5400, не, да? Я вижу. Ты сейчас уже на дорогу выйдешь, когда топить будешь, это будет пиздец, Антон. Чего? Ну ты сейчас увидишь, он свыше 60 километров, машина начинает, любая машина в этой игре начинает получать урон. Ну так ехай, что ты стоишь? Сейчас, ой, блядь, что я сделал? Что я сделал? Сейчас, секунду. Не, игра свернулась. Я хочу разведать точку. Так ко мне тогда. Сейчас, секунду, жди меня тут. Слушай, а как там, я уже забыл, через H или через F? Что через H? Открывать функции машины. B. И... Нет. Вот он не W, а V. А, мне послышалось вообще B. Да я тачку заглушил. Так, ты сюда выедешь со мной или нет? Ну да, сейчас выезжаю. А чё там за домики, он вдалеке, смотри. Или что-то такое. Пустой участок. Блять, вот я урона ебанул уже, 790 себе. Молодец. А, 5400. Так, а подожди, нам надо. А, ты себе колеса еще поставил? Ну, запас. Так это стандартный. Кузов. А, ну да. Не, не ставил. Так, ну по дороге по кругу нам надо ехать. Ну все, погнали. Ну это ж типа ремонтные части, понял? А, вот это ремонтные части, да? Да ого, он дрифтит, Антон. Да-да-да, он урон. Вот эти вот то, что ты разгоняешься, так и он урон, урон получает, понял? Меня только что углом как понесло, причем. Да-да-да. Я да, урон да. Не получил, я тебе за этот. О, вот сейчас получил. Так ты разгонись просто, да, сильно. Так на нем можно угла давать нормального. Ну да. Так, а это вот что у нас, гараж сейчас или что? Справа. Нам не надо в гараж, мы его не откроем никак. Чего? Потому что у нас нечем его открывать. Ты ж там говорил, что как гаражные. Да что ж ты, блядь, так тормозишь резко? А я ж посмотрел на карту.
ты же говорил, что это как разные части, что мы не откроем его. Ремонтные части, а не гаражные части. Ну это хаммер и так тебе хорошо. Да мы так сейчас повозим бревнышко. Ух ты, что, блядь, его бросает, смотри. И куда ты там, горло? Смотри, у меня тут рифты такие. Да у меня что, думаешь, нет? Слушай, он 42 литра топляка жрет в таком режиме. Ты посмотрел, куда нам ехать дальше? Да кто там куда смотрел? Я там, смотри, ты боком хуяришь. Да, ну не, ну я спецом разогнался, так я уже урона косарь набросал. Косарь? Ну, я почти косарь. 860. У меня 980, 1000. Лесоповал. Все правильно, наверное. Воу! Стой! А, ну ты едь, а я поеду разведаю здесь хуйню. Ну давай. Так, а это что у нас? Бля, я застрял. Ага, это гараж. Еще один гараж. Так, машину я отремонтировать хочу сейчас. Да, в гараже какой мы не открыли, тоже говорю, сейчас я машину отремонтирую. Да куда ты, куда прешь? Да погоди, посмотрим уже. Фуру открыть. О, кстати, этой фурой можно потом в гаражные части привезти. Я в курсе. Где там та твоя пилорама? На карте глянь. Мы ее проехали уже, по-моему. Как проехали? А где ты грузиться собрался, алло? Подожди, вон лесоповал, мы его, блядь, проехали. Как проехали? Нет, я могу сейчас налево, допустим, свернуть, и я попаду на группу, группу лесоповал. Какая будет песня опять, как белый лебедь на пруду. Сейчас, подождешь меня там, блядь. Да, уже. Слушай, он, блин, гребет везде. Куда можно и куда нельзя вообще. Угу. Что, понравился? По проходимости хороший. Так, это какие надо бревнышки? 2 очка. А, ну я грузанул. По 4 очка, чего 2 очка? Бля, по 4? Да. Нихуя себе. Так, ну, а теперь надо... Погоди, сейчас я приеду. Интересно, пилораму надо. А, ну я все равно отъеду. Да, что ты отъедешь, то до жопы. Смотри, до жопы те же, места мало будет. Так вот именно, что места будет предостаточно. Я сюда уже заехал. По 4 ача средние эти бревна. А, так у тебя колес. А, наверх взял, все, да? Все, погнали. Чита. Ну да, да. Так, теперь нам куда нам надо? Подожди. На пилораму. Это нам лучше. Сейчас. Налево. Ну что, ты версии 7 докачал? Да, докачал, я ж тебе говорю, я не устанавливал. Там сильно не этот, не буксуй, потому что, как обычно, к концу катки у тебя тачка накосанная все будет. Так, ты видел, как этот хаммер дымится? Я его доводил до такой степени, я тебе говорю. Как я мог видеть, как он дымится, если я его только сейчас поставил? Вообще так прикольно пыхтит, бедняга. Потом надо будет тогда вот тем Уралом гараж сделать. Да. Ой-ой-ой-ой, сколько урона летит. Это я дремал, я лучше потихоньку поеду. Ого, что это за здание такое высокое? Давай, давай. Типа общага. Перекиньте, а я тут никогда не видел ее. Да видел. Блять, погоди, куда мы едем? Так, нам надо сюда. Ну, на пилораму, все верно. Погоди, нам надо, я сейчас проложу путь, который мы сможем проехать. Ну, попробуем хотя бы.
Ой, нахуй я это делаю, если мы можем доехать сюда, потом сюда, ну вот так. Вид от руля делал? Да, делал. Там, когда сильно разгоняется, так отдаляется от кресла, блядь. А, да, ой, я смотрю, не катит. Нам тупо прямо получается по шоссе ехать. Почти. Нет, ну, не все же время. Колеса, Тойо. А, даже так. Вот зато эту хрень на карту вулкан, да? Он же залетит на тот вулкан аж бегом. Ты еще скажешь, что не туда почалили. Ну, чуть-чуть. Блядское деревцо. Что такое? Так ты видел, когда ты урон получаешь, что оно пишет? Блядь, что за дороги? Где? Ой, в тресте, Максим. Да, я не видел, честно, не знаю. Я не обращал внимания. Когда коцается урон, оно пишет, блядь, что за дороги? Да. А я куда еду вообще, стоп? Я уже на пилораме. Я тебя поздравляю, ты вниз ущельем шел, да? Да я просто, блядь, через лес какой-то заебашил. Ну я вообще за тобой еду. Вон, блядь, что за дороги? Не знаю, у меня, по-моему, такой хуйня. Я понял. Давай, отъезжай, я сгружаться тоже буду. Да сгружайся, там места тебе полно. Так, что дальше? По дороге прямо туда проезжай. Что сейчас делаем? Вон здесь. Прямо едем? Нет, ты не понял. Так. А что ты точку не разведал, алё? Справа какую была, точку? Ты проехал мимо. Ну, разведай. О, смотри, модель 4320. Не знаю, я не на карте сейчас. Где она? Сейчас. Так, сначала едем на гараж. Где модель? За мной есть? Все, я увидел. Я побачил. Бля, мне так нравится, как он прыгает после пиздец. Не, ну такой-то да, еще прикольно. Мне хочется какую-то вот реально крутую карту. И на нем полетать там, да? Да даже, ну, на нем, может, на нем и какую-то реально фуру, понял? Хорошую такую вот. Так Вольван можно там скачать из Кани и прикольный Вольво. Так, это я так понял, ты не туда поехал или что? Да. Так это не наш гараж. Я понимаю. Да бля, чё у тебя так каранка наёбит, вот, сука? Смотри, вот когда... Куда я, блядь, поехал? Ну я же за тобой попёрся. Я разведаю, поеду в Карлы. Слушай, нам если... хорошо подумать, то вообще не туда. Так давай. Если на... очень хорошо подумать. Нет, подожди, так давай на гараж тпшнемся просто. Сейчас погоди, я разведу здесь точку и тпшнусь на гараж. Жди меня на гараже тогда. Окей. Блять. В смысле, ГАЗ-66? Воу. Подожди, я не могу тпшнуться своим этим хаммером. А у нас гаража нету? Нет, есть, я... Подожди, C255, хаммер, H1 USA, ну... А почему я... Потому что мы заняли, наверное, место чьё-то, понял? Нет, я нажимаю гараж, понял? И оно у меня этот... Не подходит именно тпшнуться хаммером на гараж. Не получается. Антон, я только что тпшнулся на гараж.
Ну, значит, бери... Что-то... Нажми бери. Там просто нормально. Модель B130. О, газон. F1. Так. А, я нажимал просто. Что мне сейчас брать? Я вот газон сейчас взял, понял? 66-й. Портовая платформа. А ты 66-й газон взял? Да. И ж, ну, у тебя сейчас же стоит этот, ремонтные части. О, ремонтные части. Ну, так, а нам надо гаражные части. И нам надо вот эту фуру брать, понимаешь? Так, сейчас, секунду, в ремонтные части. Да, нам, блядь, только фура... ремонтные, сука, части. А, мы же ее не открыли. Какая фура? 4320, Урал тот. Мы ж тот гараж не открыли. Так мы же открыли ту машину. Ну она у меня закрыта. Пишет. Модель недоступна. А, подъезжай ближе. Блять. Так вот я сейчас на этот возьму. Сейчас я. Что ты возьмешь? Мы же в другом гараже открыли машину, блядь, Антон. Да блять. Я не понимаю, почему оно у тебя берется, а у меня нет. Вот, гаражные части есть. Да я понял. Модель 4320. Нужно подъехать ближе. Нормально? Пиздец. Окей, что мне тогда делать? Ты сколько? Сразу гараж там откроешь? Почему он у меня не заводится, блядин? Он меня не хочет заводиться, Антон. Как не хочет? Ну вот он просто не заводится. Ты на моем хаммере висишь. Сейчас. Все, я понял. Что? Почему не заводится, блядь? Сейчас. Мне нужен какой-то из деревьев. Блять, Антон, ну подъедь ко мне сзади. Зачем? Лебедку прицепить надо. Сзади? Оттянуть меня надо, да. А ты где? Я тебя не вижу. На газоне. Не вижу я тебя, у меня просто черные. Все, не надо, я уже отъехал. Ну, колеса у тебя крутятся. Давай я тебя... Все. Я думал тебя потянуть. Давай я за тобой туда буду ехать. Сейчас, подожди, может. Ты взял 2 очка гаража? Да какого гаража? У меня газон 66-й. У меня тут не выбирается эти еще раз. Сейчас я отъеду отсюда. Подожди, ты все убери, все машины отсюда убери. Теперь пересаживайся на автомобиль. Я вот просто поднялся на гараж сверху слева, в самом верху. И выбрал оттуда машину C255 и все. Я понимаю, что C255 и все. Да отгони эту машину свою, бери ее. Так и хаммер надо убрать. И хаммер надо убрать, конечно. Если все колеса поставлю нормально. Да она у меня все равно закрыта. Веришь? Так ты ж, я не знаю, ты заезжал, ты открыл, да, этот автомобиль? Да, я же его открыл, ты после меня заехал. Но мне пишут, что недоступно, понимаешь? А ну еще раз попробуй, я уже отъехал оттуда с места. Да все равно оно закрыто. Пиздец его. Значит, ты ее не открыл. Хочешь просто в чем прикол? Ты ее не открыл, значит. Нет, не в этом фишка. Он стоял возле гаража сразу, да? А сейчас он у меня рисуется, что он аж в лесу хер знает где за гаражом. Как такое возможно? А, это хуйня какая-то. Окей, что мне делать тогда? Ехать, открывать карету. Ну окей, бери. Я тогда хаммера возьму. Что брать? Так, раз гараж, два гараж, да? Можешь
потянуть меня своим гаражом до этим, блядь, хаммером. А чё я тебя тянуть буду? Потому что это ж хуёво едет. Так а ты колеса выбрал бы, друг? А. Да я выбрал бы. Не, ну вроде едет. Ну давай, Тули, короче, открывай эту машину. Открывать? Ну да. Так, это до поворота, через реку, потом... А ты на какой гараж? На ближний едешь? Ну, то, что сверху слева, там, где эта машина была. Вау, а подожди, а какой здесь есть самый поблизости? А, ну могу и на этот поехать. Я дурачок, на... Максим. Что? Вообще, в натуре я дурачок. Ты выбрал не тот автомобиль? Я еду домой. Я домой сейчас на гараж ТПшность. Подожди, не уезжай, вместе как раз поедем. Не, так у меня C4320 это тоже закрыт. Ну вот я ж на него и смотрел. Так ебать, я тебе говорил C255, а не C4320. Подожди, так мне стоит сейчас этот? 255 берешь, ты пышешься, берешь гаражные части. Я и поехали. Взял гаражные части. Сейчас. Маячки, защита кабины. Стандартная резина. Портовой прицеп, тележка, фургон. Все, я за тобой поеду. Давай, я до воды доезжаю, там стою, тебя жду. Угу. Блять, а кто у меня там разговаривает? Чё? А, это реклама, наверное, у тебя разговаривает. А нет, это у меня стрим работает. А, все, я вижу тебя вдалеке. Я ж недалеко. Как так фары включить? Аж. То я что-то в потемках ехал, у меня этот... Единственный свет был от этих маячков, только и все. Блять, как же мне нравится, как оно тут все шатается, шевелится, блять. Так хавок. Вижу, что ж ты хочешь. О, через заправку поеду. А хотя, в принципе, надо. Ну я тут прицеп свой оставил. А что ты прицеп собой тянул? А зачем? Ну я думал, типа бензина нам не хватит, я думал. Набрать. Я потом вспомнил, что там у него бензина ебанись. 5400 литров топляка у него, по-моему, там. Угу. Ну там на одном баке можно было выиграть сука. Ну да. Так как он расходуется. Это эти инвалиды. Клиренс не такой высокий, как у Хаммера. Угу. Рама длинная. Да сравни, да, как едет вот это говно и как едет Хаммер по этим стандартам. Ну, это тоже уверенно, Гридос. Не, ну хорошо едет, но, блядь, все равно. Да я, блядь, еду. Ну, сейчас налево. Не, мне нравился все равно вот тот, паровоз. Который крестили? Да нет, паровоз на платформе этого. Ну, тепловоз на платформе шестиколесной там или какой-то там той фигни. Ты на нем нормально рассекал? Да, но его перевернуть легко было. Что, ты догнал меня? Ну да, я за тобой еду. Видишь? Это по сколько мы? По 4 очка, да, везем гаража? И там всего 4 надо, да? На гараж? Да. Мы по 2 везем, а не по 4. А, мы по 2 везем. Блять, куда мы едем? Я нихуя это не понимаю. Ну все правильно. Или куда ты хочешь, я не могу понять. На как... Там до реки надо доехать. Что это за фура? Где? Закрытая. Мне кажется, только КамАЗ.
Да, наверное, да. Оранжевый тут. Надо будет этот качнуть еще по какой-то фуре интересной и карту. Я смотрел, там есть чисто на асфальте, понял, карта. Ты карты смотри по уровню популярности и скачивания, а не по там, как, ну как оно пишет, новые. Так само и моды. Чем больше скачивания, тем значит, тем больше, ну, мод качественнее и не забагованнее. Ну я вот вижу, река. Что-то сияет вот, вдалеке. Вот река, мы доехали до реки. Как ты и хотел. Блин, ты прикинь, а в натуре ездишь на такие реальные места, как люди вот так вот ездят через реку. Это полный ютуб он. Это ж ебанит. Куда ползешь тут глубоко? У меня такой хуйни не пишет. А чё у меня пишет? Ну потому что не знаю. Я с каким-то блядь, модом. Скинешь его эту ссылку, если перекачаю. А что ты перекачаешь? Я ж не знаю, откуда оно у меня появилось. Это даже. А, ну у меня заменилось два файла, это, наверное, вместе с этой. С той картой последней заменились, наверное, вот это вот стандартные как раз эти выражения. Еба. Ого, слышишь, ты сейчас притонешь. Не, ну я выгребся. Что это такое? Что за ачивка? Кто? Ачивка какая-то вылезла. Не знаю, у меня ничего не вылезло. Сейчас я заеду, я тебя пропущу. А, ну ехать это. Я сам заехал. Где у нас там гараж, блядь? Жора, мне кажется, мне надо будет... А, я на камень присел. Это, я думал, мне она будет не для бедка, а диспозишн. Ага, я понял. Не, все, выехал. Все, туда. Давай. Направо на дорогу или налево? Да-да-да, а, направо. Ну ты можешь, я не знаю, блин, по два очка, по-моему, везем, поэтому направо поехали. Ну так, поехали. Смысл тогда же. Как раз поехал. Откроем ту карету. Посмотрим. А нет, лебедка диспозишн, говорит. Да я пузом на камень сел, не могу понять, что меня че березка держит, че. Бля, Жора, какой-то. Давай ты сейчас этот возьмешь, этот, сейчас пройдем эту карту, свернешь, посмотришь какую-то прикольную карту. Так, я ж если сверну, она ж у меня покрашится. Ну да, потом как пройдем, говорю. Это. А, ну да. Ты выберешь что-то. Ты там не проехал поворот, не? Да хуй его. Не, еще не. Вон. Да, два очка. Ну. Теперь берем гаражные части обратно. Ну. Едем тут, открываем. Какой тут? А тот гараж? Да. Так это от нашего туда и ближе, алё. От этого сюда, туда и ближе. Туда ближе. А, через реку ты хочешь? Так поехали. Нахуй нам через реку? Поехали вон по дороге, просто сейчас выехали и направо. Ты тачку открыть хотел? Или нафиг? Поехали, откроем, потом тэпаемся просто сюда и открываем эту машину. Ну хорошо. Всех сорок распугали. Слышишь, вот это тут грибы в пол этого, в пол колеса высотой. А да-да-да, я ухватывал. Такой белый гриб хороший. Так еще ночью встретит, как накеляет тебе. Что-то ни хера не разгоняется, это шкарабанка, блядь. Здрасте, приехали. А что, должен сильно этот разгоняться он или что? А вообще должен гнать нормально.
Да, говорит, поехали ту тачку откроем. А, ладно. На тот гараж тогда махнем. Сейчас сижу с пивасиком. Нормально. Молодец. Так. Я сижу, голову чешу. Красавчик. Не, это какая-то херня. Мы что-то с тобой даже друг друга не вытягивали. А что-то аккуратно. Не, так подожди, это ж не трасса Вулкан даже. Мы ж на Вулкане с тобой вечно там на брюхо падали. Ну да. Блять, что за дороги? Вот заменила. Так в смысле заменила? Ты же перекачивал, сналил заново. Так это с модом с каким-то, наверное, стало. Наверное, с картой, я думаю. А, ну, наверное. Ну, там как просто пишется, получен урон, да, или как там? Ну, да, да. Или там урон. Глубоко там, что двигатель глохнет, а тут как вместо получен урон, бля, что за дороги, и вместо, что там, глубоко глохнет двигатель, что тут глубоко, куда ты прешь, или что-то такое, короче. Так, где этот ебучий гараж? Сколько? Я только хотел спросить, сколько можно ехать уже? Слышь, вроде да, по асфальту, блядь, а едем что-то долго, ебать. Чего, ну переключить, допустим, да, на я аж на автомате еду. Передачу. Нет, она-то нормально у меня едет. Так, ты правильно в гараж повернул? Ну да, я разгрузился. Ну все, тэпайся на тот тогда. Открывай ту машину. Я за тобой сейчас тоже. Красавчик, лесной бальзам открыл какую-то. Это хуйня. Так, где ты там? Ну, блядь, это что, мне не в ту сторону? А, не туда, да? Сейчас я там. Так что-то я сотворил какую-то не то еду. Невменяемо. Ох ты, ёбаный стыд. Что-то мне не нравится уже это выражение. Мне, блядь, вообще не нравится что-то. Не едь за мной. Что, с другой стороны пробовать объехать? Да. А, ну так тут даже типа дорога с этой стороны. Да? Ну да, то что ты как обычно в жопу к негру полез, там где еще и уголь тырят негры. Ты, блядь, давай тут не базарь. А потом, чё мы друг друга не достаем? Так ты же еще не доехал. А, туда, ну как надо. Бы, как бы да, здесь вот тропинка, блядь, проложена. Ну, типа да. Для таких дебилов. А я хотел через лес, я не ищу легких путей. Не, ну то правильно. Что там за карета? Да я что знаю, я где-то, блядь, поворачиваю, а дорога не кончается и не кончается. Ага, сука, замудрили, пидорасы. Чтоб тратиться и не найтись тут. Так, я не понял. А, ну так все правильно, я не туда этот уже катнул. Я просрал все повороты, что можно было. Ой, бля. О, так нихуя здесь газон, ебать. Не газон, а крас, ебать. Нормальный такой, сильный, ебать. Это мой любимый, кстати. А, новый тот? Да. Но мне этот Урал старый нравится. Вот этот мощёвый, ебать, это вообще прям сила, ебать, сильная она. Мощёвый, ебать. Так а что, дикуха, на чем мы будем проходить остальное все это? Так а шо, куда мы этот? У нас есть там еще пилорама или нет? Посмотри. Эй, пивасик у меня посмотри, а у нас есть еще один гараж и одна пилорама, Антон. Ну, тогда можно этот ТП-шнуть. Давай берем хаммеры, да?
ТПшнуться на тот гараж. Давай сейчас возьмем хаммер и полетим. О, подожди, мы едем с этого гаража? Ну, прямо можно поехать с этого гаража. Открываем тот гараж, да? А потом открываем пилораму. Ну все, я, значит, беру тогда этот гаражную часть. И все. Сейчас я выезжаю тогда. Ага, все, я понял. Я выезжаю на дорогу. Фу, как она называется? Кто? Блять, гаражные части, сука. Она называется гаражные части. Думаешь, да? Ну что-то я себе полепил, вроде что-то прицепилось. Блять, я поворот просрал опять. Лошара его. Куда ты поворот прислал? Куда ты едешь, дебил? Я на тот гараж еду. Что, ебанутый? Да не. А, я ж не проеду тут. Да проедешь прямо, поехали, да, я за тобой. Да сейчас. Ты спецом, блядь, чтобы порвать потом, как я притону. Ну так нормально, чё, зато не скучно будет. Ну понятно. Хоть может где-то застрянем. У этой хрени колесная база даже уже, чем у той. Так правильно, для грязюки это самый кайфец. Так, стой, сейчас я... Все правильно, нам налево. Повертай. Шел нахуй. Ого, тут... А с каких пор тут, блядь, что за дороги и в дерево? Я тоже в дерево. Заебашил. Тут жабы квакают. Опа, сейчас тебя матюки будут, Антон, смотри. Я знаю. Куда ползешь тут глубоко? О, один камень посреди дороги лежал, ты и на тот, блядь, объехать не смог его. А, хули, блядь, я не ищу легких путей. А ты взял новый газон? Ну да. Нахуя, тебе ж нравится тот старый. А у тебя сколько топлива осталось? 181 литр. Какого хуя у тебя так много? Потому что тебя носило, что еще черт знает. Да пошел ты. Ну, сейчас через речечку посмотрим. Это ж мы на этой карте притопили. И Кировец. Нет, тогда. Не-не-не-не-не-не-не-не, это была другая карта. Там, где вокруг вода, понял, на карте? Ебать, а чё ж так кидается? Воу-воу-воу-воу, парень, полегче. Что-то опасненько так меня бросает. А ну вид из кабины поводь. А, тут же ж не из кабины вид. Ой, Антон. Все. Батька приплыл. Стоп, 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 стоп. Мне сейчас. Стоп, 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 заглуши двигатель. Антон, давай лебедку. Да куда я сдел. Речи, блядь. Он мне пишет, давай, родной, нет ответа от винта. Ты тоже приехал, да? Мы все пропили. В смысле? Ну оно пишет, потом на стриме посмотришь. Давай, родной, нет ответа. Что за дорогой? Антон, ты застрял, я понимаю, да? Пропили. Мне жопа, у меня этот движок не заводится и урон коцается. Я думаю, сюда надо хаммерами ехать. Блять, за что зацепиться? Сука. А, заглуши двигатель, дебил. Все, бля, у меня так булькает, понял? У меня тоже булькает нормально. Нет, все, я беру хаммер. А ну погоди, я сейчас этот. Да попробую назад. Я беру хаммер и еду на этот гараж тогда. А ты хаммером не откроешь его? Я вытяну себя. А, ну и меня вытянешь как раз. Я заглушился. Я жду тебя, братан. За упокой, блядь. Говорит, у меня булькает, блядь. Сука. А оно мне как давай вылазить, нет ответа, от винта. Все пропили, блядь, куда ползёшь. Чё за дороги? Это с картой полюбаться. Вот хаммеру было бы похуй вообще, блядь. Он бы проехал изи, бля. Ну вот сейчас я как Лалыч приеду, я его приторплю, что будет. А ты где, кучерявый? Едешь?
Да, я короче через запал. Ну, кто-то понял, выезжаешь до воды и по бережку вот так с правой стороны хуярь. Чё ты думаешь? Я отвечаю. Потянуть попробую. Чё? Я через центр потянуть попробую. Да ты не понял, вот так по краю. Видишь, где я отмечаю? А, так подожди. Вот так вот, по краю есть. Так. А, ну все, сейчас, подожди, мне надо глянуть самому. Выехал до воды и по краю хуячишь. А, все равно до воды выехать надо, да? Да, до воды приезжаешь и едешь по краю. Вот просто, ну, одним колесом до воды, другой стороной. Да я понял. Капец, это ж надо было, а? Послушал Антона, говорит, поехали, говорит, не бойся, братан, все будет нормально, блядь. Будет весело. Будет весело, говорили они, блядь. Говорит, у меня все так булькает. Никогда не доверяй подозрительным личностям по имени Антон. Да сейчас, подожди, сейчас я буду чеки-бомбони. Давай, чтоб ты там не этот, не помер, блядь, на своей машине, блядь. Да я с ней шушли-мушли нормально вытворяю. Шушли-мушли он нормально вытворяю. Не, только понял, Антон, мы только начали разговаривать о том, что мы, блядь, нигде нихуя не застреём, ебать. Да, на-на, да, блядь. На-на, так вообще... Хули, не то, хули нет, блядь. Вообще всё уже, блядь. Всё уже, блядь. Шо ты ж, карабанка? Давай, трещи. Направо. Направо до воды, направо, блядь. Всё, молодец, поехали. Быстрее, Антон, быстрее. Да я и так успею. Нихуя ты всё успею. Балет. Ого, что тебя там кидает так, Антон? Это ж камни. Урон. Куда плёс? Да, урон какой-то. Так, а где тут этот? Прямо, прямо, дальше, дальше. О, знаешь, что ты можешь сразу сделать на хаммере, наверное? Поехать в другое место. Нет, разведай точку. Нахер мне эта точка? Давай разведай точку, блядь, чтобы мы видели потом, куда ехать нормально. Где она? Ну прямо едь, прямо. Ну и открой карту, блядь, после гаража, да. Да я дремал, я лучше вытяну сначала. Давай, сказал, сука, я... говорю, открой, блядь, карту. Давай, сказал, сука, говорю. Сейчас вытяну тебя только и пойдешь ты лесом, понял? Слушай, шо ты нахуй? Только можно ехать, блядь, я уже задолбал тут. Да ты почти доехал, давай. Давай, открой, разведай карту. Да слушай, где, блядь, ну так мне все равно выезжать тогда надо. Да кури папирос. Давай кури папирос. А что ты не проехал? Давай кури. Еды ты нахуй, блядь. О, ты что, прям на гараж заехал, что? Вот прям, блядь, на крышу. Ты куда-то где-то застрял, я смотрю, блядь. О, смотри, ты прям красавчик, едешь быстро даже. Давай, братан, почти доехал. Давай, о, молодец, блядь. Не развед... О, хорош, блядь. А, блядь, мы не-то вообще поехали тут, нахуй с ним. Вообще-то здесь была дорога к гаражу, Антон. И вон там есть какая-то 65-20 машина. Давай, вытягивай. Давай, сейчас я тебя вытяну. Сейчас я тебя, блядь, вытяну, говорит. Слышь, да ему вообще кисло. Я вижу. Лебедку мне, блядь. Тяни меня, все. Да. Ну вообще дурно. Там походу. Ты походу где-то в яме там, понял? Ты же, Антон, я просто не заведенный, потому что я не буду заводить. Ты меня не понял. Я тебя не за то, что ты не ну, заведенный. Да, ты где-то там какие-то вот такие вот были, как волны, понял? Как коса. Вот смотри, у тебя сейчас морда только вплыла, сейчас опять погружается. А, вытягивай все, Антон, я опять это, блядь. Все, мне пизда. А чё ты отцепился? В смысле, я не отцеплялся, давай. Лебёдка отцеплен. Я случайно, это я заглушил двигатель. Так давай. Вообще не этот. Я буду поднять. Ты тянешь меня вообще? Ты не подтягивай, ты меня перетягиваешь, ты весом тяжелее. Всё, я вообще ничего не трогаю, давай. Ну оно тянет по чуть-чуть. Ты походу или уперся где-то, понял? Угу. Ну давай я заведусь и попробую газовать. Ну давай.
Скажешь, когда газовать назад. Давай. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Тянет, тянет, тянет. Хаммер спасателей, да? Ой, блядь, карабанка трещится. Антон, поремонтируй меня. Ты колеса себе поставил? Нет. Нажми в этом, есть ремонт? Потому что у меня просто все капец. Не, ну я в принципе доеду. Так, ну все, доезжай туда, я этот себя вытяну. Че, нормально, да, так потянуло? Да, ну так только надо заводить двигатель, понял? Ну сейчас твой этот заведется сам. Если у тебя там есть ремонт, то ты потом поремонтируй, понял просто? Что тут? А, там же не сидит никто, а как же я себя выпкаю? Жор, давай сейчас я разгружусь и выпкаю. Давай возьмешь ты Гомер, наверное, и вытянешь потом меня. А тут на гараж заехать, изи. Блять, ага, изи, блять. Не распидорасился обратно. Ой, блядь, куда от меня он попихался? Блядь, это не Максим, это Антон, это еврей, блядь. Что такое? Да я тоже как бы не особо туда повернул. Хуй застрял! Застрял? Сейчас я это... Не деревья. Ты что, блондинка, блядь? Да. Тебя потянуть? Не надо, я поехал. Дай, сука! А, ты, блядь, прицепой, сука, зацепился. Гомно. Ой, только не бейся, блядина. Фу, блядь, я проехал. Это, Антон, я бы на самом деле, если бы я просто объехал через 3 метра, вот да, я бы просто бы заехал бы нормально. Но ну, так как я олень, да. Олень делает дважды, понял? Нужно больше очков, хорошо. Так что, выбирай тогда этот, Гомер, ТП-6. Так, сейчас покороче путь возьму. В смысле, так ты этот? Напрямую, ебай. Ты... Да, и... Ты ехай... Все, я себя проложу. Сейчас я буду, я прям 2 секундочки. У меня 584 урона из 600. Ого. А подожди, у меня ремонтная часть есть на этом? Сейчас я посмотрю. Да, есть. У меня 3000 ремонт. С собой. Так, подожди, нажми В. У тебя там должен быть ремонт хаммером. Каким хаммером? На уже, хаммере. Да нет у меня ремонта, я не ставил на него ничего. Колеса ты не ставил, да? Нет. А у тебя одна запаска аж торчит сзади. Ну. Ну вот это и есть ремонт, это на 1000, Антон. Ну давай попробуем. Так. А, да, есть, все, ремонт, один ремонт есть. Все, поехал я тогда хоть свой этот Макинтош отремонтирую. Там понял, один ремонт на 1000, да это одно видел. Колесо, а остальное это на 2000. Ну, то есть остальные колеса. А, нет, так не покатят. Я ж тебя не потяну. Нет, Антон, ты когда будешь себя тянуть, у тебя просто фура автоматически заведется. Но она сломается из-за того, что это, понял?
Боже, как же ему вообще на все насрать? Как это? Танк ебаный, бля. Я свой танк тут вообще оставил. Где? В воде вот тут на острове. Да я вообще на изиче дорогу готовил. Бля, так охуенно у него подвеска прорезнул. Мне нравится краб. Тот как кусок говна водоплавающий. Ты чё, топляк, прекрати. Так, ну что, где ты там гребешь? Я на подлете здесь в болоте копаюсь. Да нафиг ты что? А чё ты не так, как я пошел? А я пострел так вроде короче немножко получается. Но оказывается не короче, потому что тут грязь. Ебать, как же круто, он прыгает, блин. Я тут хорошо притопился. Там заезжаешь в воду, понял? Там, как я тебя вытаскивал, вообще ему не страшно. Реально. Так, что это я открыл их? Где я вообще нахожусь? А, это я карету открыл. Блять, это КамАЗ Галим. Я знаю, я видел. Коротко, это КамАЗ с оранжевой кабиной. Ты откуда там выезжать будешь? А. Сука. Блядь, в соснах, сука, застрял. Молодец. Я тут жду, видите ли. О, блядь. Лесопрокладчик едет. Ебать, смотри, я утонул просто я полностью, знаю. Нахуй. А ему вообще по барабану. Ну ты сильно ко мне... Ну вот нахера ты так близко подъехал? Куда ты хочешь меня вытянуть? Я вообще не вижу. Ага, вот вижу. Давай, газуй. Сейчас. Давай, давай, ты тянешь мне хорошо. Ты только тонешь. Я тут под водой. Ты придурок. Оно мне пишет, ты чё, топляк решил устроить? Вообще, мы едем, Антон, или нет? Да. Нихуя расход 40 литров. Тут сейчас стоим на месте. А сейчас? Вправо, влево пытаюсь. А я вправо, влево и пытаюсь. Так, а ну. Сейчас я проеду немножко вперед. А, так я подожди, я сам сел, по-моему. Господи, я отцепился, ну, от тебя? Дебил. Да. Как ты мог сам сесть? Я не знаю, как. Почему ты заехал не так, как я тебя вытаскивал, а ты заехал как дебил. Я жопой, блядь, к тебе заехал. Просто я не знаю, зачем? Я утонул нахуй. Я утонул! Стой. Хорошо, что я тут свой хаммер оставил. Я тебя... Давай. Вытягивай.
Все, стопы. Но так выехать надо ж потом, отцепляйся. Я тут поставлю на всякий случай. Давай, попытка номер два. И вправо газуй, сразу вправо. Бля. Ты завелся или нет? Я не могу завестись, ты шаришь? Нет, просто тяни. А, так подожди, сейчас я тебя починю. Да ты не понял. Заводи им автомобиль. Ты в натуре дебил, да? Антон, я заводился, блядь, а ты не можешь. Ты меня тянешь, нет? Я ебу, я газую. Я себе урон набиваю только тем, что я завожусь, понимаешь? У меня уже 192. Я понял. У меня вообще движок все залитый, я не могу завестись. Погоди, я понял. Мне на сушу надо, и ты опять не тудой тянешь. Встань ровно. Понимаешь? Что ты, почему я не могу? Я вообще просто, я падаю в воду, блядь. Смотри, я кто сам сел. А нет. Так, а ну, если я вот так вот сейчас встану. Смотри, вот ёбаная дичь. Ну и наручник нажми. Ты это нажал. А радиуса не достает, да? Достает. Достает? Пробуй. Ну, смотри. О, вправо, поехал. Вправо колесо. Да есть, есть. Я клацаю туда, их туда. Едет, нет? Ну, конечно, едет. Вот сейчас самая последняя преграда осталась, самая жуткая. Ты должен сейчас вытянуть меня, потому что... Ты лебедкой наоборот сейчас себя ко мне тянешь что-то. О, давай, давай, я Блять, я был только что завелся сейчас. Я лебедкой, давай, я подтягиваю? Я еду. Ну, потому что я лебедкой тяну. Все. А ну. Ты выехал? Да. Фух. Ебать. Давай я тебя отремонтирую. Ну окей. Блять, сейчас. Остановись. Так я стою. Да нафига, я в гараже отремонтировался. Смысл? Ну доехать нормально. Так что оно ж чем больше сломано, тем хуже едет. Да ничего страшного, тут ехать 2 метра. Мансуй пока на этот, на лесопилку. Так, ты понял? Может, у меня еще из-за того, что шины не те стоят, понял? Ага, ну так видишь, я ж тебе говорил. У тебя же внедорожные стоят, а у меня, да, обычные первые. Я же стоят. Стоит. Ты видел, я в дерево нахуй. Блять, я паркуюсь как дебил. Антон! Чтоб ты понимал, на этих хаммерах есть 4 очка гаража. Ебать! Я плакал. Ты понимаешь, да, о чем я? Понимаю, да. Послушал, блядь, идиота. Что так, нам, у нас нам еще осталось? Есть? Что у нас еще есть? Что у нас не открыто еще? Пилорама. Ну, так. На пилораму. Так, что мне ставить туда? На гараж. 2 запасных колеса установить. Все, на всякий... Да. На какой гараж? На верхний слева, который. И что будет? На лесоповал едем. Так, а...
Антон, ты представляешь, насколько это все было могло бы быть изи? Конечно. Мы сами себе усложнили задачу. Ты же сказал, я как обычно тебя послушал. Нет, ну так, блядь, я ж не знал, что тут есть 4 очка гаража, блядь. Ты ж тогда еще говорил, что на него вешается все что угодно. Я сотворил все, потому что птичь, блядь. Что, ты доехал до меня? Доезжаешь? Едешь? Ну я за тобой по дороге еду. Какой дороге, блядь? Я на Лесково. Ну по шоссе. А, ты что, доезжаешь? Ну да. Я еду по шоссе. И сошу в сошку. Да, у меня совсем другие колеса, чем у тебя. Я-то еще думаю, что ты по грязюке меня догоняешь, думаю, что за хуйня? Ну так, ты ж кричал громче всех, что они крутые. Нет, вот они круче. Ну, не знаю, мне они понравились больше на этих колесах. Так, нам нужно, бля, ебать. У него проходимость на этих, не шоссейных, намного ярче. Что, назад? Да. Прикольно, да, так сложенный девятник? Ага. Я вот то раз, как загрузился топливом, я его и не заправлял больше. А, оно ж при смене этот гаража полностью ремонтирует. Оно ж гаража. Заправляет, да. Да, точно. Я уже похвалить хотел. О-о-о-о. Что, рон-дон-дон? Рон-дон-дон, да. Рон-дон-дон. Не, ну прикольный хаммер, согласись. Ну пойдет, да. Тут за счет того, что он тупо проходимый, короче. Так, ты там не потерялся бы? Я не помню, я на какую-то карту, ну чисто сам скачался, я понял, проходил. Я ее прошел буквально там за полчаса, наверное. На Гомере? Да. Там было просто изи, я тебе отвечаю. Вон у угла дает. У него и амортизаторы, и рессоры есть, я смотрю. Ну да. Вот тут, по-моему, налево или где там, или нет. А, стой. Пилорама. А, прямо до упора, не, все правильно. В смысле прямо до упора? Антон. Что такое? Направо. Чего? На пилораму можно поехать вот сюда. Антон, пилорама-то уже открытая. А, нам посмотри, там 8 из 8. Я ж правильно думаю, еду, да? На туре. Да если что, ничего страшного. Да если что, ничего страшного. Пока глубокой... О, Жора со всей дури плюхайся, вот. Пока глубокой воды, чтобы лоб. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. На глубокой воды, нам надо немножко притопить, я не в этот не находил пока. Хотя ты ж, блядь, победитель по жизни, ты же его уже утопить. Да, кстати, я загрёбся так, что не смог ехать дальше. Да, я вон тебя тупо этот опережаю на этой резине. Вот это его бросает. Ты смотришь, куда ты едешь? Конечно, нет. Я так. А, ну все правильно, сейчас прямо до упора и. Мама мыла раму, а я ехал на пилораму. Че, грязь, сука. Прямо до упора сейчас этот, пока не упремся в поворот, а потом этот налево.
пока довезем, сдуреть можно. Угу. Так, вот я так понял, и развилка, да? А, это короче налево. Налево, да, сейчас. Алло! Алло. Я не помню, где такой поворот. А. Дальше. Насколько дальше будет поворот? Далеко. Неправда, близко. Уже близко, Антон. Нет, еще далеко. Уже далеко, точнее. Уже далеко или еще близко. Во всех кинотеатрах 3D тайма. Уже далеко или еще близко. Понял, да, блокбастер? Я сегодня ходил с малой на Геошторм, понял? И что? Охуенный. Так, давай скачаем какую-то карту.